Традиционно в рамках празднования Дня молодежи, который будет проходить у нас в городе 30 июня в городском парке культуры и отдыха, отдел по работе с молодежью организует съемку видеоролика, приуроченного к празднованию Дня молодежи. Сегодня мы совместно с волонтерами нашего отдела, центральным стадионом и черлидингом школы номер 40 организовали и провели массовый флешмоб. Этот флешмоб традиционный, и получается, мы передаем эстафету городу Ростову-на-Дону. Комитет по молодежной политике Ростовской области, получается, дал нам такое задание, чтобы мы передали эстафету Ростову-на-Дону. Ростов-на-Дону будет передавать эстафету другим городам, и так по всем городам нашей Ростовской области. Мы призываем молодежь к активному образу жизни, здоровому образу жизни, чтобы они были всегда у нас веселые, энергичные, всегда общались, дружили. Даешь старт Дню молодежи 2017!